Отступайте. Остальных сюда сведите. А, вы за координаты. Крестик бьем. Во. Квадратик. Норик, тут по контролю все то же самое, только я тебе добавлю несколько часов. И следующий план. Трусы. Цапни. Флай, твоя эта хуйня. Звездочка, мой квадратик. Череп бьем. Флай, пиздуй цапни. Подождите, он цапнет потом. Бан. Давай, трусы, трусы сюда. Подай. Звездочкой, потом всех троих. Хочешь дать мне еще? Снимите бан. Кто бан дал? Все, все, все. Закончили упражнение большого. Аккуратненько. Сука, повезло тебе, тварь. Угу. Я не прошел контроль? Нет, я забыл. Кира, можешь мне это ставить или нет? Кто-то с танком может мне это ставить? Че? А куда? Тут? Не, не могу. А, сейчас, погоди. Я вот всегда куда ставить? Void, fly. Да, ну могу как бы. Можешь? Куда ставить? Куда? Одно сюда, одно сюда. Да. Так я поставил, да, я дал ассист. Сейчас да. Можете ставить или нет? Нет, я не
все. Печенька, все встали. Килы. Мили. А в треугольнике босс будет? Угу. Ну-ка, Войд, встань, пожалуйста, туда. А можешь еще подальше пройти? Ну вот, вот мне кажется, сюда надо ставить, где он стоит, потому что я до него сейчас достаю. А это 40 метров ровно. А нахуя тебе 40? Рыжа 36, если что. Ну, у ШПшников, у локов 36, по-моему, рыжа, не, если не ошибаюсь. Да, да, все правильно. Ну вот, ближе поэтому надо. Ребзя, есть дживс? Там, где стояла метка, там стойте, пожалуйста. Я вообще хуй знает, это хуя вам метки нахуй, если просто, блядь, вперед-назад сделал два шага, блядь, и стой бей. У нас и так лужи разбрасывают в разных этих. А вам метку не поставь, вы вообще, блядь, будете нахуй после всех сторон стоять. Все, на пульте никто не бьет на первую лужу. Давайте не обосрёмся, пацаны, это будет красивая победа. Сейчас не говори отбегать от сопли, ебать. Посмотрим, блядь, кто помрет. Кира, анонси, я в миле стою. Так не, не горят за что, мне надо анонс. Анонси, я тебе говорю. Отбежали. Сейчас с метком будем. 2 секунды. Отбежали. Да не ты, блядь, Масхончик. Сейчас сальву ему дам. Тотемы ровно встаньте. Отбежали. Отбежали. Балбес, балбес, тормози, балбес его сальву быстро. Джоки тоже занимайтесь. Сейчас Чикатило вышел. Отбежали. Схончик, нажми расколки. Отбежали. Кира, смотри внимание. А я вижу. Чё рано. Давай, дай Кире сальву. Побежали. Сальву, блядь. Чикатило. Ой, так дай сальву, блядь, он взорвёт сейчас. Сука, ничего страшного ты, блядь. Так 80%, я раскол сейчас нажму и все. У меня 3 неплохо настанет. Разбежали. Сейчас будет разбежать. Сейчас будет метка. Бля, что ты творишь, ага? Вторая метка у меня уже. Не дают подумать. Убежали. Прекратите весь урон, сейчас ждите большого, сейчас он его затаунит. Убежали. На пульте, не Масхончик. Балбес, Джоки, я там, вы видите? Отбежали. А там сказал, что... Пар, на пульте. Давай, забирай. Давай, давай, на пульте не никто бей. Не бейте его. Не... До второго уже никто не бьет. Не бейте, отбежали.
Бьем? Да, да, да. Сейчас метку. Давай, давай. Сейчас ждать. Да. А, видишь, шаманы меня слушают. Отбежали. Отбежали. Смотри, смотри, тупо дауны, блядь. Сука. Да ладно. Уже и говоришь, блядь, все равно. Нам не надо анонсить. Отбежали. Отбежали. А МДБМ, понял, не анонсит, сейчас, блядь, умирают, нахуй. Ебловоды вышли, блядь, в рейндж-зону. Милики, все вышли. Все, милики, вы выходите, все мили. Сюда, пиздуйте все. У вас РДД, долбоебы. Ушли, ушли. Если МДБМ не анонсит... Печеньку встаньте все, встаньте. У вас минус 2 хила. Отбежали. Вышли. Подхиливайте шаман или кто есть. Никого нет. Хуя. Подхиль. Да там хилов не было, блядь. Ну хилите шаманы. Боже, блядь. Господи. Ну то, кто сдох, то без ута, блядь. Нахуй вы сдохли, это сокрушение просто, блядь, не пиздец, нахуй. Ну, я и... Вам, блядь, ДБМ не скажет, вы, блядь, тупо деревья, нахуй. Нам не надо говорить. Давай так. Так, я сказал, при чем тут? Так там просто ДБМа не было, нам все понял. И ДБМ стояли. С ракета ебаная летит же, видно ее же, ебаный рот. Ну так никто ж не смотрит, все думают на ДБМ. Сокро тебя дал? Ну да, рейндж камеры, вон этот. Скиньте. В очке, по очка, когда камера не работает. Если в жопе голова. Вы там, кстати, добьете, походу, не пойдет. Лям остался. Ну так, блядь, эта мышь его так всегда и добивает, ну. 6 человек, блядь, босса одного ебаного. Ну, цемент все заканчивается. Причем забавно, что они милики забивают. Смотри. Тринька сейчас статик шторма уходит. Отвечаю. То хильте его, ебать. Кот подхиливай мгновенкой. Так он тоже сдох. А я хилю. Там рампейдж. Там другой класс. 200 тысяч, да, ну нахуй. Курси он тоже сдох, он просто встал. Рахитоиды, блядь. Вонючие, нахуй. А значит, там сейчас тебя... это упадет, скажи мне, блядь. Вот говно какое-нибудь. Мать. Три кольца ебаных. Ты видишь этот лут, нахуй, это забей просто, блядь. Ази на три кольца, блядь. Не, ну, блядь. Вообще, не заслужено. Лут вполне заслужено. Какой рейд такой лут, ебать? Смотри, да. Отдай коту кольцо. Их три, да. Нихуя. Жесть. И шею тоже. Что я так понимаю, на этой неделе второй, третий рейд и этот? Гамнари, вонючие. Заразились чем-то, да? Да. Все вакцинировались? Что второй, рейд, что второй рейд мусор в этой, на этой неделе, что третий тоже такой же, да? Там один рычаг появился просто. Блять, рычаг у тебя, блять. Замолчите, рычаги, блять. Без экса убить не можешь. Майя, кому нужно? Быстрее. Кот хотел что-то, но передумал. Тебе нужен? Бери его. Или это? Да это кильдона с ушей еще, блять, будет в сентябре месяце, наверное. Там кот стесняется кинуть, короче. Кот, да? Стример.
стримеру, какому да? коту? Покажи свой шеф. СПР. ШПР. В смысле, два кота. Кто второй? Рэмпейдж. Рэмпейдж. Покажи шею свою. Бля, я думал, сова. Не, нормально. С острова. Какая шея еще? Короче, надо второй, третий рейд соединять и с четвертого делать третий. Да. Все, я понял. То есть туда не ходят люди, сюда не ходят люди. Не, у нас изначально фол было там, пацаны. Поуходить решили. Ну эти пацаны... А какой фол, если два кота в рейде? Ну, пиздец, у вас ни совы, ни хуя, у вас какой-то говна состав, блядь. Не, нормально, был анхолик и был ШП есть, так что на сову похуй, просто шо, поливали. Ну, просто надо сделать один, типа, второй. Ты сделаешь, скажешь. Да. Давай, специально, кстати, к шторму хотел плохой рейд засунуть. Кира теперь станет не четвертый, а третий рейд. Круто же. Поднимаемся. Нет, так теперь же Кира будет рейдить вместе с Демайзом, нормально. Нет, Демайз больше не будет рейдить. Так нет, два рейла, нормально. У нас самый сильный статик, два самых сильных РЛ. Ты второй рейд будешь водить, Демайс? Ёбаный ру. С повышением. Кира третий, все. Хватит. Я первый, все, вот и договорились. По хилам, чё? Спасибо. По хилам я, этот, яблочки на бэсе, на остальные дыры. Хотя нет, я напиздел. Будет Яблочкин, обжорство и Блэссинг. Все. Не, ну... Может, мне с тобой четвертый рейд что-то ходит во вторник? Я пойду в ретриком порталы, и обжорство пойдет в ДЦ портал. Во вторник еще сходим? Значит, твой танчит, флай, симметрия, рэмпейдж, СПР, мучачер, Рагнарос, Фобос и я. Это у нас... Не, напиздел. Фобос не пойдет, пойдет обжорство. Вот так. Первые две группы. 1-2. Кроме Войда. Кого 10-го туда засунул? Статик Шторм. Флай первый, Статик Шторм второй, Виви третий, Симметрия четвертый, Рэмпейдж пятый, обжорство шестой, СПР седьмой, восьмой, Мучачер, девятый, Рагнарос, десятый я. Написали циферки свои быстро. Где эту картинку надо быть? Скиньте вообще. Давай. Ок. Каску, пацаны, дадите? Дадим. А то им по 5 въебали по ДК, заебись там. Да, тебе с Егором бегай рядом. Значит, смотри, на тебе два момента. Луч появляется, Виксерон кидает тут 8 лучей вокруг себя. Они потом... Спустя 5 секунд начинает двигаться. В это не надо попадать. На чувака рандомного будет кидаться череп, от него нужно отбежать. Также на тебе может появиться брейнлинг. Такая белая хуйня. Белая веревочка, я не знаю, как это висит. Она становится красной, если у вас слишком большой рейндж друг от друга. Нужно сбежаться вместе. Все, что тебе надо делать. Окей, а кто такой Егор? Это вот дровяняка у нас. Деревянный вот такой. С печенькой на голове. Понял. Еще раз порталы напишите мне. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой у кого? А хуй его знает, да? А ну давай. Норик, спишь? Норик, блядь. Восьмой портал, алло.
9-й Рагнарёк, 10-й я. Значит, флай... Подожди. Флай, симметрия, рэмпейдж, СПР налево. Чача, Рагнарёк. Я, статик шторм направо. Виви, обжорство... Не, не так. Статик шторм и Виви, вы будете в центре, обжорство ты шилдуешь, а вы шаманы помогаете. Все, полетели. Ой, сразу двоих. Это будет красивая победа. Обратите гнев и ненависть против его помощников. Уже поздно. Лесин, видишь метку на чуваке? Ее хилить нужно. Чем меньше у чувака КП, тем больше урона. Можно не спаунить, балбес? Алло. Понял. Косты, косты, косты. Долбоёбы, ложитесь. Че, лишник заспавнил кто-то поменяешь? Валенький, блядь. А с вами челик, балбес. Зачем я хуй знал? Тумайс. Вижу. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Чего-чего. А камеру сломали. Кого? Камеру сломали. Который за вашим рейдом следил. Нас дыхал инвизин, да? Эс остался? Ты не... Чего? Да, я сделал скрин, если... Давай сейчас. Рубите кто-то стрим. Секретное слово рычаг, да? Не, надо сейчас просто потихо реально два сильных рейда делать. Чтобы они всегда были типа это, взаимозаменяемы. Если кто с первого не пришел, со второго заменил. Тут эти три рейда делать, какая-то бесполезная хуйня. Четыре. А можно, если что, после трех рейдов, когда они пройдут, в конце недели собирать твинков? Ради бога. По желанию, типа, если кто пойдет. Ну вот, во вторник. Ты будешь Кира собирать? Да. Почему? Ну, я буду ходить кем-то, кто останется без КД. Он хранителей закрыли, типа, он будет
Ик, Карен, там. Будем потом проходки. Делать. Проходки будем продавать на челиком. Ну, конечно, барыжи будем. Бизнесмены хуевы. Ну. А чё, мне чувак, ну, как минимум два уже где-то писал, типа. Вашей в гильдии можно сделать проходки? И что ты ему ответил? Он мало давал, он там один что-то 7к, второй 9 или 10, что-то такое. Ну, сейчас подкопит недельку как раз. Ну. Я говорю, ну, в кару захочешь, типа, пиши 20. Это Игнис? Да. А мне? Пиздец, блядь, ты бы еще, блядь, первых трех бы сфоткал на. Сколько тебе надо? Ну, фул. Нет, фул нет. Видео давай есть. Добьем и добьем. Там вроде фул у меня ДПС. Может чекнуть, чекнуть. Сейчас прогрузится. Бля, твари, для кого вам рыбу ставят, я не могу понять. Ну, могу точно сразу сказать. Лосевод и кот во второй рейд в следующий раз приходить. Пока только так. Вот который СПР. Ну, понятное дело, тот-то твинк. Короче, Сидор, блядь. Короче, цемент 9700. Максончик 9700. Да есть это у него, да. Фул есть. Не фул. Скрин просто скинуть. Да. Да, а где Войд? Войд тут, алё? Да, скрин скидывал. Пошли бить босса, потом будешь скидывать. Я уже скину, вообще не. А на каком боссе вы смотрите ДПС? И на Игнис. А, ну все, теперь там только с печатью АОЕшных, смотри. Это будет красивая победа. Обратите гнев и ненависть против его плеча. Питанк вообще, так что сиди. План, ты в первый приходи. Мне здесь нравится. Я хоть где-то даю ДПС. Первый. Ну, ладно. Не, если без рофов, то приду, конечно. Дать ему сайленс полюбись. Понял. Диспел. Лесин, тут очень важно диспелить все, что ты можешь. Проклятие, диспел с меня.
Лучи отошли. Паладин, бежишь за мной. Убегающая, давайте бьем. И потом. Пока мы связаны, бежишь за мной. Пошли, паладин. Все, можете убивать и по порталам становитесь по своим. Осторожно, не умри в зеленых лучах. Все, отпускай, забей на меня. Клай, у тебя первый. Тут, правильно? Да. На правах, да, ее иду. Хорошо. Шп, пойдем большому. Ты можешь бить, когда шупы висит. Один портал не зашли, алё, блин. Ты висишь в нем, ты можешь бить его, кто это? Ну не выбили, по-моему. Бей. Ну, портал свободный, да. Все зашли. Готовимся. Выходим. Большое можно побить на портал. Какой портал они зашли? Номер, да? Слева. Слева второй был. Я не помню, куда он пошел. Слева второй, это восьмой. Пиздёшь, понял. Седьмой, шестой, девятый. Пацаны, внимательно. Нет, то восьмой был. За мной идет кто-то, алё? Еще убили и пойдем с нами. Задохнитесь собственной ненависти. Портал 10 секунд. Опять в один портал не зашли. Он. В мой четвертый зашел. Ты четыре будет, по-моему? Походу, да. Нирс лежит у нас. Чё у вас лежит? Нирс. Егор, подними его. Когда? Понял. А, вижу. Сперк, выйдешь, поднимешь. Выходите. Он тут вот прям рядом. Добав, дайте. Разлагаешь сзади. Чуть-чуть побейте и все, и пойдем. Надо бы перевести быстро. Все, встаньте по местам, все. Встаньте все по местам. Сейчас уже.
же быстро задеем и выйдете. Так, у Чачер, это где твой номер, а? Блядь. 8 у него. Он на 4. Кстати, Шторм, Милли, пойди, пойди в центр. В центр, пойди, убей центральную. Быстрее, пацаны. Вышло большое? Помочь в центр. Пока нет. Нет. Нету? Да, отлично. Нет. Заведись. Что там проценты? Да сейчас перейдем. Здесь. Распот есть. Мучачер, притрикс. И уже идите ко входу, идите. Станьте манипультурного. Чтобы я моба успел с вас забрать. Все, переведи. Вышли. Все в мире ставь сюда. Отвернулись. Геру. Давайте. Давай. Сука, а Айма не будет? Будет. Отдайте мне ауру. Зачем? Я дам там флайдер. Да. Забирай, парень. Блэссинг третий раз. Отвернись, Блэссинг. Всегда с той спиной, вообще не поворачивайся. Просто такие танки. Давай, Ауру. Забирай Блэссинг, Ауру. Я что-то не так сделал, наверное. Нет, ты просто должен забрать ауру. В течение, когда я скажу, ты дашь им мапу. Я уже дал. Понял. Не будет им мапы. Внимательно. А, Black God еще есть. Отдай ауру. Забирай Black God. Когда я скажу, дашь им мапу. Ма. Отпускай его. На следующую не будет, потом будет. Чё там, блять, моб? Убить быстрее. Вокруг шум. А, мы плюс три, плюс один били? Да, не было. Три били. Вот это древковое бы паролило. Меткость кап, надо собрать. Купола его раскоп. Чё? Три. В прошлый раз. Блять. Ну ты шел голом жив, да? Угу. Угу. Так он и не упадет, наверное. Ой, бля, можно, конечно, попросить Твиноза первого рейда, блядь. Залететь, убить. Так будем бить или нет? Не. Да кто сейчас зайдет? Некому заходить. Я могу на хила зайти, конечно. Сейчас в босс смотрит. Так, подожди ты, а? Нир, на тебе. Ты чё? О, вот такое ещё.
Я слетаю быстро, одену шмотки, чтобы ДПС увеличить. Да, конечно. Слетаем, Мэйшин. Ты хочешь зайти на Хулипала? Не, если будут эти ДПСники с первого лет зашли бы. Статик Шторм. Что это? А, я понял. Сука, вот у тебя голос мерзкий, конечно. Да. Кольцо на хила. Хулипал нужен? Марзота. Не нужен. Вася. Не, не нужен. Не нужен. Надо в рейд линковать, а не в гильдии. Хилы не нужно вам никому больше, что ли? Шамагон. Ладно, на. Делаем. А вот эта триня с меткостью заебись? Триня. Кто сейчас, а кто вас ДЦ вообще? А, Жорст. А кто хилы? Вижу. Сейчас, подожди, если Сакро зайдет, Синдор, есть на кого зайти? Не, откуда? Типа осколок просто, там чисто ради осколка, мне похуй на лут вообще. Не, ну справедливо, но на кого я зайду? Я могу дать... Я могу на Продовского ФДК зайти. Но там не особо. Я тебе могу топыча дать ФДК. Так топыч же есть. Да, сейчас зайду на этого Дармелона, подожди. Пару трасс сделаем, типа, один КД оставлять, караешь. Настраивать-то нахуй все. Три кнопки настроить. Ну, сейчас пойду по фастику ВАшку, получается, поищу. Сейчас тебе скину логпас. Сейчас Сакра спрошу. Надо, короче, кап меткости собрать эту тупу хочу. Ой, ебать, нихуя там код. Код, кто код? А Няша не хочет? Да Няша, блядь. Пока инактив. Вот это хуйня. Что-то... У кого нет. Щекотилы, да. Балбес, опоздал. Сейчас Сакра зайдет. Так, топыча скину, да, мы сейчас. Оп. Я танк, да. Мо, как? Да. А почему айпишник узнает, придет загангрит меня? Узнает, у него нет данных этого аккаунта, все. И почты, и аккаунт у нас. Роль не менял? Поменял, все поменял. Ага. Давай, пати. Чисто, да? Да, я да. Все, я сейчас отойду на буквально пару минут. Тут же кто-то не был на Логалоне еще ни раз, да? Да. Два Хулипала точно, да? Один Хулипал, я второй Хулипал. Боже мой, блядь. Сейчас подойду. Потяни, ну, чтобы видеть, кто в фаворите. Остальные, по-моему, должны видеть, пить. Отошел тогда пока сбор. Эльдар, ты сейчас на ком? Я на Дармелоне, а чё? А кто помнит, как называется точно улучшение на штаны на аукционе? 50 цп 20 духа.
Эргилин канал. Я не знаю, Кен, давай потом поблизим. Чё-то не хочу думать. Тут. Восьмая группа в Даларан, пока. Минуты есть. А, у нас ретриков нет? Ты одного убрал? В смысле, в ретрике был? Black God, да. Окей. Okay. Иди делай таланты в сокрой. Black God, знаешь, что это такое или нет? Если не знаешь, что за таланты, напиши в память, я кину. И сколько у нас? 4 сокры есть. Нормально. Ставьте. А, вот ключ есть у нас? Какой ключ? У Егора есть. Ты уже назначал сейвы? Нет, что? Ну, флай первый, я второй, ты третий. Okay. И блэк четвертый. Ювелир камень гранит на СПД. Подожди, я топ еще плоти не кину, не дал. Всего докидай. Ладно, попробуем без синдоровый. Шкаф дать еще раз. Кто у нас милики? Извините, собаки, он спешил. На симметрию поставлю. Запуск планетарного анализа озеро. Шкаф дать еще раз. Кира, Виви и Фобос, вы бьете сферу. Первая сфера помогает ему бить балбес и статик шторм. Власки. Может, она... Элима будет с фантом бить, не? Пусть лучше Мэйби бьет. Да, конечно, Мэйби ж не говорит нихуя. Ну, я имею в виду просто, что он бьет. Пусть Кира, Мэйби и... Кира, Мэйби и Фобос, окей. Хилы одели фласки, на которые я сказал сделать. Фласки, говорю. Тринки-то. Посвалил, сакры. Ты делал? Я не слышно, если что. Я сейчас буду выключаться.
Сакра не слышно. На хп есть? А у меня уже выпито, блядь. Сыка. Фигня с прошлого раза. Хилы на фласке на хп выбить? Подготовили шмот себе? Нет же, по-любому. Нет, я сказал когда-то. Ну ты сказал, но я игру не подготовили по-любому. А, я понял. Лучше, чем уверен. Есть у тебя? Я не вижу. У меня есть. У меня хп них мало слишком. Кто первый танчит? Декан. А, Декан, окей. Ходите вокруг босса, вставайте. Первый флай, я второй. Третий ты. Четвертый блэк. Значит, метки не забывай ставить. До сего-то. Первое, что будет происходить, это будет 4 звезды летать, их будут разбивать. Ты не должен стоять в этой звезде, потому что провалишься. Второе будет кара кидаться. 3 white зоны красного цвета, как на килту сзади. С них нужно выйти моментально. Будет кастоваться суровый удар, будет оставаться одна черная дырка, в нее нужно будет зайти и сразу же отойти от этого же места. Вся. Не забудь этот выпить. Первое. Ой, нажать. Первое. Это звезда в черепе. Кто бьет звезды, первая звезда в черепе разбивается. Кстати, шторм, балбес, там, джоки, помогите первую звезду убить. Сразу свечи нет. Да, Денис, не забудь включить. Так у меня включено. Не, я про Холи Пал. Пал. Иннеры не забывайте Холи Палом кидать. Код ты даешь мне, Дармелону. Рампейдж даешь второму. Поехали по черепу. Алина сам. Босс. Печеньки бьем. Быстрее, печеньки. Череп ставит. Мили идет, звезда. Да, аккуратно. Мили разбиваем. Вторую вон 60% бейте. Да, вторую. Череп, который слева. Готовься, давайте сейв. Подбейте, но не разбивай. Где разбиваем? Дадите сейв? Все. Лай, давай, поехали. Разбивай. Аккуратно там, сейчас провались. Пока. Разбиваем звезду. 4 стака. Подожди. Стой, не идем. Сейчас там появится. Давай. Поехали, Далсы. Череп. Быстрее. Поднимайте рейд. Сейчас соло. Трусы. Следующее будем бить после выхода. Заходить. Портал. Как выйдем, код СПР Бернишь этого демона. Космик. После кары в череп. Убиваем? Третий сейф. Да. Поехали. Следующую череп, поехали. Быстрее Дакара надо убить.
Разбиваем. Четвертый сейф. По боссу Inner. Пока. Не было. Не... Ну куда ты даешь, ну сейчас. Иннера, иннер. Миля. Куара. Ой, разбиваем черед. Стой, не разбивай. Подняли? Стой. Давай, мастер дал. Все, поехали по черепу. Быстрее. Ага. Кончился уже мастер пока там. Иннер, дайте. Дай мастер. Следующий череп. Не разбиваем, не разбиваем, не бейте. После кары. Сука, она сейчас взорвется. Мастер, дай. Для тушка. Мели сейчас заклеивают. Успеем? Давай, у меня есть мастер. Быстрее. Давай. Давай, даю. Давай. Листо. Суровый сейчас будет. Кто забирали? Забрал. Суровый. Блин, ебать, я вах, чего вы делаете, бля? У нас 4 человека в черную дыру провалилось. Сократ. Что, босса бьем? Босса, босса, босса бьем? Иннер надо. Нет. Так, разбиваю звезду, просто чтоб не бахнуло две. Разбиваю. То есть Сакру дай этот флай. Да. Вы две разбили. Прожать, прожать, прожать. Нет, тоже вторая взорвала, блядь. Рампэч. Там 30 тысяч опять звезда, пацаны. Две по 30 тысяч. Да, там две по 30 тысяч. Поднимите рейд, поднимите рейд, 20 тысяч убейте. Этот череп убейте быстрее. Поднимите рейд сразу. Рампэч, подними Драмилона. 12, 10, 8, подними 3. 6. Пархил, пархил. Сейчас рванем вторая. Поднимите рейд. А, ну все, ладно. Реально, реально рейд аутистов в начале. 5 человек просто в черные дыры провалились. Шары бьете? Не добьем, да? Да. 5%. Ну, блять, до берсы полтора минуты. Нет, конечно. Нет. Ложись. У нас там просто 5 дебилоидов умерло в черной дыре. Вот. Да, это не хватило. И сейчас бы вот эти звезды не взрывались бы. Резно не вставать. Это манекен босс. Какие нахуй для первого трая, блядь. Половина уже, больше 99% знает, что тут делать. Про шары и бутсы и все. Резно. Ну, если рандом был, блин, каткар и прямо в пропасть, и когда разбили. Но кто это виноват? Это ты виноват. Ты должен видеть, что бьют. Куда ты блинкуешь, ты там смотреть изначально. Честно говоря, я бы вообще не стал тут блинковаться, по-моему, это не нужно. Максимум только, выйдите. Если тебе надо дойти до сурового удара в какую-нибудь дырку. 5 человек умерло от того, что провалил в черную дыру. Некоторые просто бежали и просто забежали в черную дыру. Просто не в тему, просто бежали и забежали. Куда бежали, хуй знает. Нет, звезда взрывается полностью, типа, понял? Не застывился. Он имеет в виду, скорее всего, взрыв звезды, когда лужа разбивается после взрыва. С лужей вопросов нет. Она будет тебя дамажить все равно. Чем дальше просто, тем меньше дэмэджа. Слушай, Эльда, может нам балбески и джуки дать МК наши? Мне кажется, выгоднее будет. Ну дайте, я не знаю. Нахуй магом был. Я балбесу дам. Локум отдайте МК. Дайте рыбу. Так если 5 человек не зашли, мы бы вышли после второго сурового, убили бы и звезды бы не бахнули. И все. Там было 5%. Там 2 одновременно взорвалось. Так это было, когда уже у босса было 25%. Ну, из этих 5 человек не хватило депоса чисто. Если бы еще Блэк дал бы сокру, когда надо. Когда я сказал четвертую. Если что, тут. Забирай темную, Эльдар. Угу. 4, я сказал, 16 раз сказал, 4. Ты дал поздно. Ты дал чувак, поздно. Чувак, я сказал 4. Прошло 5 секунд, взорвалась звезда, и ты даешь сокру. Когда я говорю 4, ты должен сразу дать. Не подожди, ба, не дай, не бахнул, просто. Войд, Алгалон это пуль?
попробуй запулить не с таунта, а с ЛП. Угу. Таунт тебе не дает набора, а ЛП да дает. Там мисс был первый ЛПшки. Не, вот именно сейчас. Ты его да. Будешь просто таунтом, а лучше ЛПшкой. Ну, мисс, товарищ. Первая кара, череп. Череп, звезда. Там 6 человек я назначил, вы ее бьете, блядь, и кара взрывается, алё. Быстрее надо это делать. В черепе, ребят. Первую звезду, кого я назначил, 3 человека помогать. Поехали. Мили аккурат. Мили аккурат. Больше, больше. Берегитесь. Что ты мили делаешь, блядь? Кто? Ты. Я не мили. Разбиваем мили? Что делаем? Разбиваем череп? Ну вот видит, куда ты разбиваешь. Вот минус 3, блядь, алло. Кот вон вообще в черную дыру провалился уже, блядь. Зайдите в этот в дыру, блять, умрите там. Взорвите две одновременно звезды, не хильте. Вечной.